Здравствуйте, дорогие почитатели моего канала. В этом году я ушла в отпуск. Я решила основательно подготовить свой огород к будущему урожаю. Где у меня вот это основной участок, где я сажаю все свои овощи, я решила перекопать слегка и посеять сидираты. У меня горчица и кое-где был ячмень взошел. Но его было мало, я так разбросала и все. Вот это я сеяла свою горчицу 13 сентября. Видите, она у меня уже взошла. А вот этот участок я только перекопала и собрала. Тут даже еще вот пару кустиков помидор они зреют, оставила. И я посеяла свою горчицу 21 сентября. Видите, она у меня уже кое-где проклюнулась. Потом я через месяц, где-то в конце октября, она у меня подрастет, и я перекопаю основательно весь огород. И надеюсь, что у меня земля улучшится. Я ее решила подкормить. Решила подготовить свою землю к будущему урожаю. Заходите на мой канал, смотрите мои ролики. Будут еще другие ролики, где я буду показывать, как я готовлю грядку под огурцы. До встречи на моем канале.